Армейский рукопашный бой, стрельба из штатного оружия, офицерское троеборье. Завтра в Алматы стартуют международные состязания. В них примут участие более 250 спортсменов из Казахстана и стран зарубежья. Они померятся силами за звание чемпиона в рамках третьих военно-спортивных игр вооруженных сил государств-участников стран СНГ. Само мероприятие приурочено к 30-летию Совета министров обороны и продлится до 10 июля. Все очень хорошо отзываются. И главное, что здесь просто идет дружеское отношение, что спортсмены могут встретиться, пообщаться. Мы больше делаем акцент это на дружбе. Участникам это, конечно же, чтобы они не терялись, сила воли, преданность духу к своему делу и, конечно, высоких результатов. Казахстан нас встретил очень добродушно, была хорошая погода, очень жарко, тепло, такая же, как и у нас. У нас чуть-чуть пожарче. Надеюсь, как бы соревнования пройдут очень хорошо, в теплой атмосфере. Нас очень хорошо встретили. Очень хороший спортивный комплекс. И от самих соревнований, от самих стартов мы ожидаем медалей.